Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. И сегодня у нас на распаковке Bluetooth JBL-овские наушники 590 Вт. Давайте-ка мы посмотрим упаковочку, как выглядит у нас. Вот значки все здесь присутствуют. PureBus Zero Cables. Вот здесь такая вот упаковка. Купили мы это на Озоне магазине. Значит, заказали мы из Санкт-Петербурга. Позавчера, за два дня добралось в Санкт-Петербург. Значит, стоимость 2200 рублей. Вот, поставщик у нас в Озоне М-Видео был. Вот, но так как у нас 600 баллов было бонусов, то мы его купили за 1680 рублей. Давайте распакуем, посмотрим. Значит, их три вида бывает: 450 ватт, 590 ватт и 700 ватт. За 700 ватт, которые стоят, они уже там больше 3000 рублей стоят, имейте в виду. Те, которые за 460 ватт, вот за 1500 рублей можно купить. Итак, давайте упаковочку здесь посмотрим. Такая вот красотища здесь. Значит, цвет брали розовый. Сейчас мы посмотрим. Ну, как-то на розовый не похоже, но сейчас глянем. Так, давайте-ка мы сейчас все откроем аккуратненько здесь. Так. Здесь у нас помощник рядышком там неподалеку рисует. Привет. Не надо меня фоткать. Да, вот так вот. Не надо. Итак, вскрываем упаковочку. Так, здесь, в принципе, ничего особого нет, информации такой. За 5 минут, смотрите, кстати, да, у него супер быстрая зарядка. За 5 минут, час работы у него будет. Общая автономность работы 14 часов у данных наушников. Значит, в комплекте у нас вот такие прекрасные. USB кабель такой прекрасный. Так, он идет у нас микро USB. Да. Мяхно. Мяхно, видите? Даниила сказал мяхно. Ну, такие небольшие, то есть вот. Вот как рука. Итак. Давайте сейчас наушники отложим, посмотрим. Так, это не розовый, это бежевые. Да, здесь, смотрите, на липучке приклеены документы к нему, книжечка. Не знаю, есть смысл их смотреть. Давайте пока отложим. И у него идет чехол в наборе. Посмотрите, какой красивый. Вот такой чехол JBL. Сейчас, чтобы он получше было. Оп. О, классно как. Вот такой мешочек классный. Можно убирать. Большой довольно-таки. Так, вот и наушники у нас сами. Крутые. Оп. 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 Здесь, соответственно, раздвигается все. Регулируется. Значит, как определить левый или правый? Очень просто. Здесь никаких надписей нет. Они вот здесь у нас, во внутренней стороне. Буковка L это левая, это правая. Соответственно, вот так мы их одеваем. Значит, кнопка включения вот здесь у нас. Вот он включается. Так. И... То есть сейчас их на зарядку ставить? Не, они заряжены как бы. Вот, давайте сейчас книжечку посмотрим быстренько. Вот, звучание чуть позже посмотрим. Я вам скажу, какое звучание. Вот, давайте. Много я смотрел просмотров, никто книжечки не показывает. Да, что-то может быть интересное. Ну, это мы не будем смотреть, это техника безопасности, понятно. Так, здесь у нас типа паспорт. Непонятно, бесполезно. И вот сам паспорт. Вот. Как бы ничего особо, не знаю, надо, не надо. Как видно, подключать. Все такое. Прекрасно. И с этой стороны, соответственно. Итак, сейчас послушаем. Я вам расскажу, как они звучат. Вот такие они красивые. Так, как мы подключаем? Соответственно, значит, Bluetooth здесь включен. То, что мы включали здесь. Заходим в настройки. Итак, заходим в Bluetooth. Bluetooth. Вот так. И вот сейчас он здесь. Малыш. Идем. Кстати, по-моему, отключились.
Давайте-ка еще раз включим. И у нас как раз здесь. Не будет ли обрыва связи? Нет, ну так как мы отключили его и долго, видно, не включали, из-за этого он отключился. Так, давайте обновить. Вот он нашел, вот JBL, Tune, 590 ватт. Нажимаем. Принять. Включение, включено. Заряд батареи 70%. Стоит заряженный. Видите, заряд здесь показывает. Итак, как у вас тут музыку можно включить? Ну, давай зайцев включим. А если это любовь? Нет, не надо меня позорить. Есть звук? Так, сейчас. О! Так, что Play. Слушайте, ну, хорошо играет. Так, не будем сейчас слушать, а то нас заблокируют, понимаете? Вот, ну все отлично, рекомендую. Ставим лайки, подписываемся на наш канал ДТВ. Всем пока-пока, друзья.